Городской департамент образования в своем телеграм-канале приглашает принять участие в конкурсе «Песни родной земли». Испытать свои силы и показать вокальные данные смогут воспитанники детских школ искусств, музыкальных хоровых школ, эстетических отделений центров дополнительного образования и общеобразовательных учреждений. К участию допускаются дети в возрасте от 7 до 18 лет. Слушая Шостаковича или с композитором по улицам Куйбышева, в телеграм-канале Департамента культуры и молодежной политики приглашают желающих пройти пешеходным экскурсионным маршрутом по знаменательным местам города. И в год 80-летия первого исполнения знаменитой 7-й симфонии Дмитрия Шостаковича по-новому прикоснуться к жизни и творчеству композитора. Экскурсии бесплатно проводят волонтеры проекта. В будние дни вторник и четверг в 12 и 18 часов, по субботам в 12 и 14 часов. Предварительная запись по телефону 333-30-11. Глава Ленинского внутригородского района Елена Бондаренко в своем телеграм-канале рассказала, как получить ежемесячное пособие на детей и какие документы потребуются для его оформления. Необходимы заявление о назначении пособия, документ, удостоверяющий личность, справка с места жительства о составе семьи, о доходах, трудовые книжки для неработающих родителей, а также справки из органов соцзащиты и учебного заведения ребенка. Глава района напомнила, чтобы получить пособие, необходимо обратиться в орган соцзащиты населения по месту жительства.